Ну что ж, всем привет, народ. Это War Touch. И сегодня мы продолжаем свой марафон июльских поигрулек, когда у нас выходит каждый день по новому видосу. Сегодня мы попробуем преодолеть еще одну мою боязнь. Это арахнофобия. Паучки. Сейчас мы будем работать, я так понимаю, чуваком, который истребляет паучков, а паучки будут не истребляться, а, наверное, что-то плохое нам делать. Давайте пробовать. Что за звук? Произошел какой-то звук. Хотя нет, коты все вон лежат. Окей, это War Touch, мы начинаем. Давайте посмотрим, что же это все-таки за игра. Единственное, только настройки звука не нашел, как тут делать, поэтому. Первый контакт. Так и запомним. Первый контакт. Снаряжение 0 из 3. Задание... задание 6. Снаряжение 3. Паучья яма какая-то не пройдена. Что это? Улучшение. Что такое улучшение? Доступно собирайте батарейки, чтобы заработать очки улучшения детектора. А это просто улучшение, да? Ясно. Все, будем собирать. Пойдемте. Если, кстати, вы сейчас это смотрите, но еще не подписаны, срочно подпишитесь. Перемещайте левый стик, чтобы идти. Я иду. Перемещайте правый стик, чтобы смотреть по сторонам. Я и так могу повернуться. Ищите пауков, говорит. Ага. Дурак, что ли? Я не хочу искать пауков. Я хочу уйти нахер отсюда. Можно, пожалуйста? Ищите пауков. Это прям надо на скрин сделать. Это что такое? Ищите пауков. Ну давай, найдем пауков. Ну как искать? О, блядь. Там паук. И что? И что мне делать? Он убежал. Он убежал? Что дальше-то делать, блядь? Ну я нашел паука. И чё? А! Получи список заданий, господи. Вон он, там он был. Вон он, падла. Я его вижу. Первая кровь. Убейте паука. Найдите врачинт. Найдите перчатки врачинт в чулане. Куда это убрать? Как это убрать? Ой, блядь. Не то. В чулане. Убейте паука. А, вот этой хернёй? Падла. Натя! Убил. Убил. Я его убил. Теперь нам надо в чулан. Вот это как никак не убирается. Вот с этой фигней будем, да, ходить? Вот это чулан? О! Что это? Хера себе. Что это? Вставить из буфера обмен... А! Пожалуйста. Согласен. Когда паук пропадает, это страшно. О, это что такое? Положите руки на сканеры. Пожалуйста. И что? В перчатках врахнит хранится ваш список заданий. Удерживайте клавишу А, чтобы посмотреть свое снаряжение. А. А где у меня клавиша А? А. Задание выполнено. Новое задание. Откалибруйте. Как? Как? Калибровка. А, убить еще пауков? Мячиком можно убивать пауков? А их надо найти, да, я так понимаю, сначала? Тут нет. Так. Подожди. Найдите, я нашел. Убивайте пауков и откройте все возможности. Ладно. Не открывается. Да? Да. Перчаточки. Так. Что такое? Паук! Сука! Уйди! На тебе! Сука! Падла! Не смей туда! На! Да сука! Уйди! Падла! Мячиком сейчас я. Мячиком. Не-не-не! Не надо. Мячик.
На тебе! Еее! Трекер перчаток поможет найти пауков. Ага. Тут никого. Типа надо вот так идти. И тут будет наведение. Так. Где есть паучки? Что это? Смотри, он что-то показывает. Там. Там паук. Блять, сука. На тебе. Что? В перчатках регистрируются все убийства. Ага, вижу. Радар. Нет, вот там. Вот там. Вот это что, смотри. Вот там стопудово что-то есть. Нет? Оно что, блядь, не открывается, что ли? Смотри, ну там же есть что-то. Нет. Ладно. Здесь? Нет. Блядь, почему оно не открывается? Оно должно открываться. Опа, а это что? Находки попадут прямо в руки. Какие находки? Что с ними делать? Блять, я дотянуться не могу. Эй! Ладно. Пока непонятно. Можно притягивать как-то? Где? Сука! Живой! Вон он! Блять, сейчас. На тебе нах! Фу! Убил. Сколько осталось? 3. Я не могу вот это взять. Он почему-то не дотягивается. Я не знаю. Может, надо рост откалибровать? Ну иди сюда! Да, блядь. Как это взять? Не берется. Так, ладно. Там. Там паук. Ага, видел, да. Сука. Падла. Еще где? Здесь? Где? А? Да сколько тут пауков? Выходи. Где он? Спрятался? Он спрятался. Он где-то? Ага. А можно прям тумбочку? Вон он, сука. Знаешь, мы сейчас как сделаем? Мы вот так возьмем и в стену впечатаем. Нет? Ага. Вот он, сука. Фу. 5 уже убил. Что надо сделать? Убивайте пауков. Я убиваю. Где? Блять, кто? Вот он. Убил. 6 пауков. Сколько их убить надо?
подушкой стопудово. Сука. Нет? Ага. Нет. А вот эта верхняя не двигается. Сука, ну а че нахуй? Так, сколько? Там. Где там? Мячик, пойдем. Будешь добровольцем. А, смотри, она садится, типа. Ну там уже нету никого. А, где? Сука, нет! Блять, падла. Стой. Да возьми ты эту... Иди сюда. На тебе! Фу. Вот это я не могу подобрать почему-то. Хотя, ну я так понимаю, нужно. А у меня что-то руки до пола не дотягиваются. Что случилось? Так, ну подожди. Подожди. Давай-ка заново попробуем начать, потому что этот... пока вроде не так страшно на самом деле. Надо, чтобы дотягивалось. Да. Слот один. Ага. Два задания. Три сны... Давай, заново. Все, мне вот это вот, чтобы все было, и бумажку я мог взять. Да, я в курсе. Я все это знаю. Удерживайте клавишу А. Ага. Все, я понял. Так. А! Блять, а почему в прошлый раз так не работало? Блять. Сука, чем тебя убить нахуй? Тварь такую. Отстань! На тебе, сука. Ага. Где? Блять, где? Да, блять, я ж тебя бью. Иди сюда. Все, убил. Ага. Ладно, дай мне это. Что с этим сделать? Кто? Блядь, да откуда ж ты взялся? Горшок. Вот сука. Он в коробке, сука. Ёб, сколько тут всего? Сука. Иди сюда. Иди сюда. Да, сука! Умри, падла! Да чтоб тебя... На, убил. 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 Чё тут? Чтобы взять предмет... Я в курсе. Так, здесь ничего нет. Задание. Весомый аргумент. Убейте паука книгой. Книгой! Так, книга. Это книга? Не, блядь, это не книга. О, иди сюда. Книга. Так, где паук? Сука, иди сюда. Я молодец. Фу, блядь, страшно. Какой книгой это, блин?
Чтобы взять предметы, нацельтесь на него, удерживайте и швырните. А, его надо швырнуть. Да? Давай, книга, пойдем. А, что такое? Я выполнил задание? Или что? Что такое? Цели. Скольких пауков нужно убить, чтобы открылось 4? Хорошо. Пауки? Да они все там. Ага. Ага. Кто? Где? Где еще? Сука. Подушку у тебя, падла. На! Фух. Семерых уже убил. Блядь, страшно. А, вот так, да? Открывается. И что там? Ванна. Тихо. Ага. Один готов. Что это? Для разблокировки еще 2 задания. Что у нас с заданиями? Я все сделал. Это что? Это огнемет, сука. Ну давайте, твари. Что, новое задание? Больше оружия, разогрев. Подожгите что-нибудь. Да легко. Ага. Где еще? Ага. Где-то еще. Где? Фу, блядь. Страшно. Ну, немного. А, вот там куча ублюдков. Была. Ха-ха-ха. Лошары, блядь. Что с заданиями? Я поджег 14. Ага. Вот тут вы все стопудово... О, смотри, вот это можно открыть. Коробочка. Что за, блядь, коробочка? Ага, да тут все открывается. Что это? Натянутые какие-то сухожилия. Я все тут сделал, открывай. Что это? Блять, как это убрать? А. Так, подожди. Нацелься на нее. Тихо. Я что-то пока не совсем управление понимаю. Ага. Ага. Во, смотри, какая штука. Давай попробуем. Вот тут где-то кто-то есть. Нет? Нет, смотри. Батарея капец быстро садится. Так. Ага. Ванна. А, просто пул.
Я думаю, он там прям стреляет. Так, ладно. Где у нас еще могут быть эти гамадрилы? О, можно туда? Пожалуйста. Ой, блядь, люстра, стой! Чуть люстру не сбил. Нет. Вот тут где-то. Под подушкой? Так. Ага. Ну-ка. Вот там где-то? А где тут? Так, а что у нас с заданиями? А у нас все. Нам только надо... А сколько я убил паука? А, так я 12, я все прошел. Давай, открывай. Пойдет, классная игра. Будем играть. Давайте прям еще одну миссию хочу. Еще одну. Смотри, все нашел, все собрал. Вот это только что-то не прошел. А, ближний бой. Так, 500 тысяч за задание. Паучья яма что-то. Ого. Натянутые сухожилия. Что дает вообще? Непонятно. Ну, пусть будет. А, играть. Блин. Тут не сколько сами пауки... Опа-на, блядь. 20 паучков. Не сколько сами пауки, сколько этот... Где-то вот здесь везде пауки, блядь. А, знаешь что? Ага. Все? Сдохли, падлы? Сколько убил? 6 убил. Порождение зла. Убейте паучков. Блять, реально порождение зла. Где? Убил? Убил. Двоих еще убил. Это что? Да это не надо. Что я взял? Стереть прошлое. Разбейте рамки с фотографиями. Это рамка? Ага. Сгорел. 9 убил. Так, вот это по идее рамки, да? Так, а у нас этот кончился, да, походу? Бензин. Ладно. 15, 20. Так, рамки с фотографиями. 4. Вот эту мы можем открыть. Но мы еще вот здесь можем посмотреть. Ага. Ага. Ага, суки. Так, ладно. Давай вот это. У меня есть револьвер, и я не побоюсь, да, им воспользоваться, по идее? Ага. Сука. Готов. Вот там. Так. Вообще... Арахнофобия такая вещь интересная. Я вот настоящих... Вот это зачем оно нужно?
Разбейте рамку. Сколько я их разбил? 5. 6. Отлично. Знаешь, что мне надо? Я хочу вот эту штуку. Отлично. Ага, кто-то где-то горит. Ага. Что, бензин кончился? Серьезно? Плохо. Плохо. Угу, потрошки. Еще паучок был. Что с патронами? Так, подожди. Как он перезаряжается, блин? А, все, перезарядился. Так. Что за бумажка? Иди сюда. Да иди сюда. Не берется, что ли? Странно, что-то вот это все не берется. Пока. А, все, пойдем, короче. Да, блядь, не надо мне телевизором. Пойдем видиком ломать эти. Семь. Где-то еще есть. Вот, блядь, где? Вот тут. 8. Осталось 2 картины найти. Вот это целое или разбитое уже? Разбитое. Разбитое. Ну давай в этот зайдем. Туда. Да блин, бери. Опа, давай. Блять. Никого. Не работает эта херня. О! Отлично. Аптечку можно брать? Нет. Так. Ночной позор. Ух, блядь, ты кто? Это что за... Фу, блядь. Раз. Два. Все. Ни хрена, снайпер. Сколько их там уже приголубил, этих товарищей? 18 человек, блядь. Пауков, точнее. Так. Ага. Что? Откройте дверь шкафа. А я не хочу. Сколько? 3 патрона. Нихера себе. Убери это говно. Да бери давай. Сука. Ага. Никого. Нет! Ага. Так. Отлично. Все, патроны. А, еще есть патроны. Ну, не знаю, такое себе вообще оружие на самом деле.
Что у нас там следующее? Двух зайцев. Это я убил. Скелеты есть. Пойдем искать. Вот эти вот что за микросхема? Она, вот смотри, она светится. Чтобы что? Непонятно пока что. Ладно, давай открывай следующую. Ох. Ага. О, кресло как у меня почти. Так, здесь есть пауки. Блять, где-то уже даже... Не, знаешь что? Дай мне этот... Пистолет, он как-то понадежнее будет. Нахер. Наставили тут свои компьютеры там. Интернеты нам вот эти вот, эти вот. Что это? Ой, я что-то взял. Я даже не знаю, что это, но... А это что? А, ясно. Здесь никого вроде. А, так, что? Сука! Никого, блядь! Где ты, сука? Ага. Ну, сука. Ага. Ага. Все, да? Все. Не... Нет, не все. Кто? Кто, блядь? Кто? Я не вижу. Похер. Не кусается и ладно. Пока, по крайней мере. Наверное, вот здесь, блядь, кто-то. Где моя рука? Рука. Блядь. Руку потерял. Так, давай. Опа. Ключик. Ключик-то нужен от чего-то, стопудово. Сейчас мы его возьмем. Это что? А, это ручка. Книжка. Флешка. Ага. Так, ключик мне дай. Убери. Вот это для чего-то надо, по-моему. Как вы думаете? Так, полежи пока. Фотопортреты же мы забыли. Раз фотопортрет. Все. С этим все. А, нет, еще один. Давай, до свидания. А, это не портреты, ёпта. А это что? Тоже сырные шарики? Что за... Что за ширные 12? Ну, их по идее хавать как-то можно. Так, ладно, сырные шарики. Ой, бля, у нас патронов на него уже нету, да? А, что ты такое? Классический чеддер. А! Ой, блядь. Приманка, что ли? Серьезно? Так, ладно. Может, все-таки вот с этим что-то можно сделать? Хули она так блестит таким зеленым офигенным светом? А, портрет мы еще один не нашли. Вот это уже должна открыться, по идее. Открывайся. А, огнемет хочу. Сгорите все в огне, мрази. Горит. Да сука, сгори.
Все, эти сгорят уже, хорошо. Отстань. А, ну, блядь, тут уже и все. Бензин уже кончился. Так, а что мы делать будем? У нас оружие все кончилось. Этими коробками швыряться. Так что задание. Иди сюда. Секрет. Найдите тайную комнату? А это что? Вот это что? Это какие-то батарейки, блядь. От чего только я понять не могу. Нахер. Нахер. О! Так, это мы сделали. Найти тайну. Тайная комната, блядь. Хера себе. Так, тайная комната. Так, это выход. Это не то. Где может быть тайная комната? Здесь? Блядь. Этот, дай мне ружье. Да дай ружье. Вот это похоже же на тайную комнату. А мы здесь все открыли? Так, давай-ка проверим. Или я побежал куда-то, блядь, радостно? Нет. Блять, сейчас там диван уже. Так. Тайная комната. Закройся нахер. Так, не здесь. Не здесь, да? Тайна. Да, мне кажется, она должна быть... За зеркалом. Нет. Подожди, а здесь мы открывали? Опа. Что это? Ну, бери. Непонятно, что это. Еще какие-то батарейки. Бата... 4 из 7 батарейки. Что за батарейки? А, блядь, батарейки. Это же для... Ясно, я понял. Для радара нашего. Так, ну здесь... Ну, может, вот сюда мы зайдем? Не зайдем? И я думал, зайдем и типа в лифт уедем в тайную комнату. Нет. Так, отдай мне пистолет, приду. А есть патроны, я не знаю. Один, да, патрон, чтобы застрелиться. Тайная комната. Я вот ключ нашел от комнаты. А куда его вставить? Вопрос. Не зря же он. О. О. Ясно. Медведь. Так, медведь это не... Давай вот эту херню. Ну, не ломается. Но это и не здесь должно быть, по идее. За шкафом... Нет, за шкафом здесь стена. И что у нас остается? С компьютером, короче, шняга. Может, здесь за шкафом? Давай-ка вот эти книги все нахер. Где-то здесь что-то потайное должно быть. Ну, не... Опа! Ха-ха-ха-ха! А? Убери это нахер. Я умный. Так, это не, ну это нам не, о, телефон. Nokia 3310, ей можно истреблять вообще всех, кого можно, это она, да? Так, подарочек. Что за подарочек? Точный бросок. Так, батарейку бери. Давай, давай.
Да ёпта, блядь, дай батарейку. Батарейка. Потрошки. Два под... Какая-то музыка там эпичная, я что-то прошел. Еще потрошки. Еще потрошки. Так, мне знаешь, что больше интересно? Ключик. Деньги. Можно взять деньги? А это что? Хуя себе. Серьезно? Это же, блядь, динамит. А. Найдите батарейки, найдите тай... И что я с ним сделать должен? Это что? Кого? Да, блядь! Где вы только что здесь... Так. Какой-то... Ага. Все? Или еще где-то есть кто-то? Так. Все? И что это дало? Какая-то спецмиссия? Убери. Убейте. Испытание пройдено, отлично. И что это дало? А. А, это вот паучья яма вот это была. Ну пойдем еще разок. Я понял, да она нахер не нужна вот эта фигня. Ничего. Так, где остальные? Ага. 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 Все, я вроде прошел. Так, короче, ладно, паучья яма нам насрать. Мы все нашли. Да? Тайную комнату мы нашли, все нашли. Здесь все, что хотели, забрали. Ну все, ребята. Уходим. Уходим, уходим. Не, это прикольная игруха. Надо будет все поиграть. Там-дам-там-там-там-там. Ну все. Господа, мы молодцы. А следующая миссия у нас будет «Домашние заботы». Мы их будем проходить уже в следующей серии. Поэтому обязательно подпишись, поставь лайк, расскажи, понравилось тебе это или нет. И приходи смотреть следующую серию, которая выйдет буквально очень скоро. Все, это был Вартач, пока! We'll be right back.